О, я вон иди, если было хоть, а я тут и стать. Ах, опять эту рекламу! Вот такая штука сейчас! На РЕН-ТВ! Алло! А блядь, смотрите, это хрен, какая-то музыка хрена сделала. Какого? Дед, я не знаю, как это сделать, как тебе это делать. Расскажите, вот это хрема, какой здесь, ну какой-то какие-то... Дед, может, хватит и ему хоть и разговаривать. Дай мне хватит на вину. Ай, ты хрена, не-не, опять ему это сделать, какой-то вид. Нечем играть, послушай. Дорогая, Майнкрафт больше не о чем играть. Конечно. А еду, да еду. Дед, а что ты делаешь? Да я смотрю, куда-то эта девочка куда-то задуется. Дед, выходи отсюда, быстро, я тебе позвоню полиции. Да нифига, опять эту хрену какую-то где-то улыбает. Не дам мне вот и такое остается. О, бля, чуть сердце не встало. Теперь разминка для шеи. Совсем я заболел. Что-то так выходить. Совсем не прогревал уже опять. А когда посмотрите везде, да я больно как ноге. Совсем точно я умер. Агитаторы сломали ботин с маленьким дома. Он делает 2023, он почти с маленьким умер. Ну скоро. Наконец-то это утро, и сегодня я буду сделать чай. Эй, Смайлик, смотри, что я делаю. Это письма. Какие-то это очень письма какие-то. Что это? Где это я? А почему я стал письма 3D? Но я скажу Картошкину. Картошкин, ты зачем с ума сошел? Ты включил Prisma 3D. Извини. Я сейчас выключу на 3D на анимацию. Я в кое-какие мастер включу. Солнце непонятное. Что это за такое? Все, только я жму. Вот так выпрошу. Ау, это для Картошкина, это Андерсон. Он так делал в письму в виде анимации. Шо? О-о-о-о. Сейчас наказываю, сейчас картошка. Пока. Все равно. О май гад. Картошкин, вы зачем ты делал письма анимация? Ты наказан по всему неделе. Иди в комнату и дом канал.
Арнольд и Смайлик, идите кушать. Ура! Дыду, что? А ты чё, ты какой-то странный какой-то щ... А, так это нормально. Ненавижу. Дыш. Картошкин, вы зачем натворили какой-то песок? Я скажу это Картошкину. Папа из Картошкина. Он Картошкин сделал и поубирал песочную. Шо? Опять? Сейчас наказываю. Картошкин, иди давай. Во шо? Опять такого? Опять пипец. Шо, пап? Вы звонили, объяснили, как ты сделал песок убрал. Yes, I did. На сори, я делаю и тебе. Хелсо, Картошкин. Зачем ты убрал это песок? Ты на кассе все видели. Идем в дом. Я жаль. Какой-то я выйду, я ухожу. Да-да, денюся. С 9 января 2023 года. Жаль. Сегодня Картошкина пойдем на больницу. Картошкин, сегодня пойдем на больницу. Ура, больница! О, это же больница. Ну ладно, пойду его. Фух, посидеть. Да, Картошкин, вот такая через часов минут. Это что за звуки кричать на больницу? Да-да, Картошкин. Да я тоже. И тоже чуть-чуть. Да здравствуй, его зовут доктор Александр. Тогда добро пожаловать в больницу. Эти родители, мама и папа тоже кто? А я Картошкин. Привет, Картошкин. О, ну хорошо, Картошкин, родители. Приходите, сейчас покажу на кабине работу. Даже ты не страшно? Ну так, Картошкин, не бойся. Приходите, это же кабины на работу. Сейчас. Я хочу выснимать на работу. Итак, добро пожаловать в кабине на работу, на больницу. Ух ты! Ну да, любимый больница. Это доктор Александр. А теперь слово. Укалчик, не страшно? А теперь слово. Укал. Ой-ой! Да ничего не боюсь. Все хорошо. Это укол не страшно. Как комары уйдут. И указаться. Это боится. Спасибо, доктор Александр. Да, ну, пожалуйста, Картошкин. Следующий пациент, Джи-Джи, младший братик, пожалуйста. Доброе утро. И нашему тебе младший братик, и потом Джи-Джи упустила уголочек. А потом чистить руки и едем в гости в новый дом. Следующий пациент. Здравствуйте, а можно мне уголочек, пожалуйста? Вау, вот это укол. Вот и молодец, я подарил. Мари, иди домой. Молодцы, мне понравятся больницы. Да, мамочка, спокойной ночи. Вот так Джи-Джи, Картошкин и младший брат Панал, чтобы понравиться больницу. Да особенно, если в ночью от больницу.
Когда тот Джи-Джи и Картошкин, мы пришел туман поиграть. Это что за туман какая-то? Наконец-то! О! Это что, туман, что ли? Мама, иди сюда! Ну что, Картошкин, смотрите! Это же туман красивый! Какой красивый туман! У тебя много-много туманы! У тебя не нравится, Картошкин? Ура! Поиграй, туманы! Хорошо! Мама, иди сюда! Хорошо! Иди и проиграй туманы. Хорошо. Ура! Джи-Джи, что с тобой случилось? Там пришел туманы. Поиграем. Ну да. Так-то пошли скорее. Да! Фух, спасибо! А давайте еще поиграем, наш туманный! О, ну давайте! У-ля-ля, у-ля-ля! Попался! А это как круто, весело туман! Ой, это что, дождик? Наш нас бежить? Ура! Мы начнемся! Туман новый! Вот и какая, посмотрите-ка! У тебя красивая играть с туманами! Ну что, мама, папа, вы посмотрите, а? Мы что, не видели игра туманы? Вы поняли? Мама! Да, это туманы хорошие. Вот так Джи-Джи и Картошкин понял, что поиграть с туманы. Да особенно, если поиграть с туманы. Картошкин, сегодня мы будем пикник? Ура, пикник! Итак, Картошкин, Джи-Джи, братик, мы будем покушать, мы что-нибудь вкусненько. А, ну давайте, мамочка. Ну давай. Такс, мы будем что-нибудь вкусненько. Яблочко. Кыш! Ты что, Картошкин, что случилось? Да ничего случилось! Я не могла тебя ни слова! Все, Картошкин, ты знаешь выход? Ну да. Я все равно, я им оставился. Вот такая у нас вечером. А то мы с вами пикник. А то мы с вами купим до прикола. Я сейчас уже что-нибудь придумаю. Картошкин. О, ты не молодец, Картошкин. Мы купили на заводцу. Это купили до прикола. О, ну конечно. Ну давайте, я открою. Мама, можно мы не идем домой? Так, осталось 20 минут. Мама, ну пошли домой. Да нет уж, Картошкин, только осталось 15 минут. Эх вы. Ну, мама, хочу домой. Ну и ну, Картошкин, осталось 10 минут. Домой хочу. Осталось 5 минут. Хочу опять домой. Только осталось 1 минут. Мы пойдем домой. Ула, мы наконец-то! Итак, Картошкин, Джи-Джи, братик,
мы убираемся в пикник. Ну что, мы будем идем домой? Конечно! Ну что, пойдем домой? Отлично, Джиджи! Я тоже, братик. Мне нравится, Джиджи. Отлично, Картошкин. Ну, идем домой. Ура! Вот так, Джиджи, Картошкин и братик. Чтобы пикник на лету, особенно, если будем пикника. Когда у Картошкина, чтобы куда убежал? Ну что, Картошкин, с тобой что ли? Да, у нас я хочу гулять. Ну не, Картошкин, вон дождик идет. Сначала поиграть, а потом гулять. Мы начала моя судьба. Да, я тоже, мамочка. Не нравится Джиджи. А, Картошкин, бегите меня, бегу. Картошки, ты где? Ничего не вижу. А вот ты где, Картошкин. Иди сюда. Рассказывай. У нас рассказал, куда убежал Картошкин. Да. На каком прекрасном дождике идёт на ночь. О, а вот и домой. Спокойной ночи, Картошкин. Спокойной ночи, мамочка. Так, я не поняла. А почему у нас такой сон? А, это все смайлики! Картошкин, иди сюда. Эй, не получается, неси меня. Смайлики! Картошкин, верни сюда. И тоже Картошкин, верни сюда. Не боимся. Это все странный сон. Не нравится. О, утро! Наконец-то солнышко пришло. Ура! Давай попробуй шляпа. Ой, мне нравится Картошки. Игра очень нравится. Да. И очень красиво. Наш целый день. А то наша поиграть. Это план. Наша шляп. И должен не прошел. Конечно. На матерь-батерь. Да мамочка, помни? Да. Это была на убежал Картошкин. Вот так Картошкин понял, чтобы убежал Картошкин. Да особенно, если куда убежал Картошкин. Когда-то Джи-Джи и его семья, мы будем делаем пирог. Итак, Картошкин, сегодня мы делаем пирог. Ура, пирог! У меня достать в комнату, у меня без наказания родителей. Джи-Джи, иди сюда, мы делаем пирог. Ой, я бегу! Ну что, мама? Джи-Джи, сегодня мы делаем пирог. А, есть идея, я делаю пирог. Так. Готово. Вот так. Эй вы, Джи-Джи, зачем идти на кухню? Ну все, иди в комнату, пожалуйста. Стоп, место!
Не волнуйтесь, Чичи. Я духовку включаю. Мне пора на через 30 минут. Хорошо? Хорошо. Ага, вот я поймаю, бабочка. Я тебя поймаю. Я. О, ну идиот. Я пойду домой. Ну что, мама? Ну, картошки, давайте будем пирог на 25 минут. Ура, начинается 25 минут. Я поиграю в дротик. 20 минут и готов пирог спустя. Картошки? Да. Иди покушай. Ура, пирог. Ну что, мама? Возьми пирог. Спасибо. А вот тебе, Чичи. Спасибо, Картошкин. А вот тебе, братик. Спасибо. Очень вкуснотища. А вот и папа. Ой, спасибо. Я люблю пирог. А у тебя, Картошкин, очень вкусный пирог. Я тоже. Какой вкуснотища. Пирог. Да, Чичи. Это пирог. Теперь приятного аппетита. Готов. Вот так Джи-Джи и его семья понял, чтобы готовый пирог, да особенно. Какой вкуснотища пирог! Если говорит приятного аппетита.